Покупайте в интернет-магазинах или заказывайте билеты или гостиницы. Экономьте на каждой покупке вместе с кэшбэк-сервисом номер один cashforbrands.ru. Единственный кэшбэк-сервис без минимальной суммы для заказа и платящий за все покупки в AliExpress, Юлмар, ТБ и многих других магазинах, популярных и не только. Просто переходите через него в магазин и получайте свою скидку. Ссылка в описании. Всем привет! Вы, наверное, не раз замечали, что очень часто, будь то перед свиданием или же перед вами, важным мероприятием нас заставляют врасплох эти назойливые прыщи. Именно поэтому я решила сделать подборку советов, как можно свести к минимуму эту проблему в домашних условиях. Сразу хочу сказать, что лучше всего лечить свою кожу у дерматолога, а также ни в коем случае не злоупотребляйте всеми предложенными мной способами. Итак, поехали! Вы, наверное, не поверите, но чеснок является отличным лекарством от прыщей. Он хорошо помогает заживлять ранки. Нужно всего лишь разрезать пополам зубчик чеснока и слегка свежими срезами натереть прыщи. Через 5 минут просто смыть это все теплой водой. Только ни в коем случае не применяйте этот способ, если вам нужно куда-то идти, иначе все будут ощущать этот запах чеснока. А это, наверное, самый простой и популярный способ. Просто купите в аптеке салициловую кислоту и при помощи ватной палочки точечно нанесите на проблемные места. Главное, не переусердствовать, совсем-совсем немного. Она хорошо подсушивает прыщи, они очень быстро исчезают. Я очень люблю кефир, и, кстати, его можно не только пить, но и использовать как средство от прыщей. В емкость добавляю 1 ложку овсянки. Предварительно я измельчила ее в блендере. Дальше ложку кефира. И немного лимонного сока. Перемешиваю всю эту массу и нужно нанести на лицо на 20 минут. Повторять такую процедуру можно каждый день в течение месяца. Состояние кожи заметно улучшится. Следующий, кстати, тоже очень классный вариант – это использование листьев алоэ, или его еще называют столетник. Нужно взять его лист, подержать немного в холодильнике, затем разрезать вдоль и смазать прыщи прохладной мякотью. Алоэ отлично справляется даже с самыми сильными проблемами на коже, и, кстати, во многих препаратах есть в составе. Таблетки аспирина тоже довольно известное средство, которое избавит не только от головной боли, но и очистит поры. Для начала нужно измельчить 1 или 2 таблетки, это уже на ваше усмотрение. Добавить в этот порошок немного воды. Перемешать все в густую кашицу, и можно этот состав нанести на проблемные участки кожи лица. Оставить все до утра, затем смыть теплой водой. Кстати, такой способ еще и отлично справляется с рубцами и пятнами от прыщей. Да-да, хозяйственное мыло тоже применяется в целях, чтобы избавиться от прыщиков. А еще некоторые им даже моют голову. Но сейчас мы не об этом. Сначала немного мыла нужно натереть на мелкой терке. Добавить сюда воды. Хорошо перемешать, чтобы получилась вот такая вот пенка. Затем добавить чайную ложечку мелкой соли, снова все хорошо перемешать и нанести на лицо на 30 минут. Проводить такую процедуру можно 3 раза в неделю. Эффект будет виден практически сразу. И на этом все. Большое всем спасибо за просмотр. Кто хочет еще больше лайфхаков, то обязательно поддержите меня своим пальчиком вверх. Я буду делать их намного чаще. А еще не забывайте подписываться на мой канал, на мой инстаграм. Всем пока!